Коллеги, добрый день. Это снова я, Сергей Золотухин. Я сегодня проведу вебинар, который организовала компания «Диалог Наука», партнер компании «Группа IB». И сегодня я расскажу о киберпреступниках, о киберпреступности, о тех трендах и тенденциях, которые мы видим. И немного поговорим о том, почему же кибератаки происходят, несмотря на то, что мы применяем все больше и больше средств защиты, и что нужно, можно и желательно сделать для того, чтобы атаки не приносили столько ущерба, для того, чтобы их постараться выявлять на ранней стадии. Вот, материалы этого вебинара построены на материалах конференции, которую в октябре, 10 октября провела группа IB, CyberCrimeConf, одна из крупнейших конференций, на которой присутствовали российские и международные спикеры, и обсуждались вопросы преступности не только в России, но и борьба в мировом пространстве. Только киберпреступность – это явление, которое, к сожалению, не знает границ. Итак, перейдем к делу. Если говорить об общей оценке рынка хищений, что мы можем увидеть? По сравнению, на слайде две диаграммки. Слева актуальная диаграмма на середину 2017 года. Справа диаграммка, кружочек прошлого периода. Мы видим, что общий объем хищений немного снизился. Но также видим, что основная картинка поменялась незначительно. Что мы видим на круговых диаграммах? Основной вклад вносят целевые атаки на банки. Да, это примерно две трети круга. И если в прошлом году мы видим, они были очень большие, в этом году снизилось. Прежде всего, это связано с тем, что в прошлом году активно действовала группа Бухтрап, которая научилась атаковать ARM КБР, и около 20 банков подверглись атакам, причем подверглись атакам не счета пользователей, а счета корреспондентские счета банков, то есть суммы хищений были огромными, да, не побоюсь этого слова, там, до 600 миллионов долларов, до 600 миллионов рублей доходили попытки хищения в разных случаях. В этом году этого нет. Группа деятельность свою приостановила, в том числе благодаря действиям аналитиков, исследовавших группу, действиям правоохранительных органов, задержавших часть инфраструктуры, связанную с обналом. И в этом году по-прежнему доля хищений в банках остается высокой, но вот обратите внимание на два сектора, серенький такой и синенький у меня, да, вот, наверное, так я могу описать цвета. Серый сектор – это хищение в банке у юридических лиц, а синенький такой в прошлом, на правой диаграмме он небольшой, около 6 миллионов, чуть больше в долларах, в этом году значительно вырос. В прошлом году мы отмечали тенденцию, что растет количество атак, результативность атак на пользователей с Android. И говорили о том, что, скорее всего, в следующем году объемы хищений с компьютеров пользователей с Android превысят объем хищений у юридических лиц, персональных компьютеров. Так и произошло, коллеги. И это действительно серьезный такой показатель, свидетельствующий об изменении картинки в части массовых атак. Что еще? Добавился желтый сектор. Это фишинг. Раньше мы его не выделяли. Сейчас объемы хищений, связанных с фишингом, возросли, и они уже вошли в нашу диаграмму.
Собственно говоря, дальше я немного подробнее остановлюсь вот на этих ключевых моментах, которые озвучил: атаки на банки, атаки на физических лиц с андроидами, атаки на инфраструктуру и пару новых трендов, которые сюда не вошли, но которые мы тоже заметили, я освещу. Если говорить о банках, то прежде всего мы можем заметить, что инфраструктура злоумышленников, атакующих банки, значительно выросла. Если там 3, 4, 5 лет назад просто была кибератака на банк, сейчас атаки развились по разным направлениям, и сейчас есть атаки и на процессинг, и на свифт, и на банкоматные сети. То есть разные группы специализируются на разных атаках, причем по всем направлениям идет развитие средств атак. Появляются самые разные техники, появляются скрытые каналы управления, используются активные HTTPS, используются легитимные инструменты при развитии атаки. Мы видим, что атаки на SWIFT продолжаются. SWIFT в этом году принял серьезные меры по повышению безопасности, но тем не менее инструменты есть, атакующие есть. И в последнее время, кроме известной атаки в Бангладеш, атака в Непале, атака, еще несколько атак, которые во многом, в том числе, были успешны. Что можно сказать о современной ситуации? Основная цель – карточный процессор, процессинг в банках. И это то, на что финансовым организациям следует обратить особое внимание. Вот, он менее защищен. Отработаны процедуры обналичивания. А с учетом того, что обналичивание может происходить в другой стране, это делает процесс хищения более безопасным. Еще один момент, связанный с развитием технологий, усложнение технологий поиска вирусов. Используются бестелесные вирусы, которые не пишутся на носителе, на жесткий диск, поэтому они умеют легко обходить классические антивирусы. Они работают только в оперативном памяти, активно используются различные скрипты, да, как мы говорим, заскриптованность атак. И это делают банки по-прежнему серьезной мишенью, серьезной основной мишенью финансово мотивированных злоумышленников. Но здесь я хотел бы сказать вот что. 2017 год, он явился таким переломным с точки зрения оценки атак хакеров, киберпреступников. До этого мы всегда говорили в своих отчетах, что основную долю составляют финансово мотивированные хакеры. В 2017 году мы увидели новую тенденцию. Если по суммам хищения, естественно, остается все точно так же, появилось огромное количество атак, которые направлены на инфраструктуру. И здесь речь идет уже не о финансовых потерях, а о влиянии на общество, на общественное настроение, на функционирование вообще взаимосвязей в обществе, которые построены с использованием информационных технологий. Мы помним атаки. Первая атака у нас была WannaCry, потом NotPetya, когда вдруг выяснилось, что атака в информационном пространстве приводит к тому, что появляются трудности с приобретением билетов, с получением прав ГАИ, с получением услуг телеком-операторов и так далее. И именно это сделало атаки шифровальщиков в начале года такими громкими и такими опасными. Всерьез были затронуты
наверное, интересы каждого члена общества, каждый почувствовал себя немного незащищенным и почувствовал вот эту опасность. А инструменты, в общем, развиваются, да, и мы видели, наблюдали наше подразделение киберразведки, как развивалась атака. Сначала были точечные атаки, запуск шифрования руками, затем появились технологии автоматического распространения по сети. В общем, это явилось в 2017 году такой новинкой, новеллой, да, и фактом, который еще предстоит осознать и предпринять меры для того, чтобы такие атаки как можно быстрее выявлять и останавливать. Мы говорили о том, что такие атаки будут продолжаться, и вы знаете, вот не прошло буквально и двух недель, 10 октября у нас была конференция, на которой мы объявили этот отчет. И, кстати говоря, отчет на сайте группы IB доступен, его можно скачать, получить и прочитать в полной версии совершенно бесплатно. Единственное, что нужно будет зарегистрироваться для получения этих материалов. Я думаю, коллеги из Диалог науки могут этот отчет разослать всем желающим, всем участникам сегодняшнего вебинара, для того, чтобы ну, не отправлять вас по ссылкам. Я думаю, это можно будет сделать и централизованно. Итак, что касается BitRabbit. Да, 24 октября случилась еще одна атака. Причем, обратите внимание, вот эти все три атаки, хотя формально они выглядят как атаки, которые проводятся финансово мотивированными злоумышленниками, на самом деле заработано на этих атаках было очень мало. И если посмотреть внимательно, в одном случае там была kill-фича, которая позволит остановить эпидемию. Во втором случае вообще не предполагалось расшифровывание трафика. Вот и в случае с BitRabbit мы видим, что атакованы были в основном ресурсы, связанные с прессой, со средствами массовой информации. Однозначно нельзя сказать и утверждать, что преступники были финансово мотивированы, но можно однозначно сказать по всем трем атакам, что была попытка сделать как можно больше шума, да, как можно больше нашуметь, затронуть как можно больше интернет-ресурсов и сделать как можно больше шума в обществе. Что происходило? Вот здесь экранчик, который показывает. Это интерфейс нашего решения TDS Polygon. Это поведенческий анализ файлов. В 13.24 мы зафиксировали первую сработку данного вируса, уведомили заказчика об этом, а потом получили звонок от одного из пострадавших, который обратился с вопросом. И, собственно говоря, началась работа по пониманию, что это такое, по анализу кода и по остановке эпидемии. Что было выяснено? Ну, не знаю, наверное, многие из вас, как специалисты в области информационной безопасности, это все прочитали, это знают, поэтому я коротко вот расскажу, даже не буду рассказывать, просто некие выводы сделаю. Заражены были домены, связанные со средствами массовой информации в основном, на Украине и в России. Затем всплывало поп-ап окно, предлагающее обновить флеш-плеер. Это окно вело на зараженный сайт, да, на вредоносный домен, с которого загружался, собственно говоря, шифровальщик и средства проведения атаки. Такая схема не нова, такую схему атаки мы встречали еще в 2014 году. Группа Anunnak таким образом заражала один из бухгалтерских сайтов и отправляла бухгалтеров на зараженный ресурс через подмененный баннер. И да, те люди, которые соглашались установить, проводили установку и получали зараженный компьютер. Далее повышались привилегии. Компьютером распространялся зловред с
через стандартный протокол SMB с использованием утилит Mimikatz. В общем, достаточно автоматизированная была атака. Когда наши коллеги разбирали код, они обратили внимание, что многие куски нового вируса BadRabbit содержат код, который встречался в предыдущей атаке в Notepad. И здесь нельзя, наверное, сказать, понимая, что атрибуция атак вопрос сложный, очень такой тонкий, нельзя сказать, что это были те же самые люди, но однозначно можно говорить, что в основе и той, и другой атаки лежал один и тот же проект, так, на основе которого были построены эти атаки. Вот кто их делал, как делал, это вопрос к атрибуции, это вопрос к другим людям. Сейчас мы можем только сказать, что код, разработанный однажды, используется в разных атаках, может использоваться разными людьми. Такой код может сдаваться в аренду, может перепродаваться и так далее. И это все влияет, да, на, собственно говоря, доступность наших с вами корпоративных ресурсов и доступность вообще ресурсов в интернет-жизни уже сложившейся общества. Я уже говорил о том, что активно развиваются технологии атаки, активно используются, вот, в частности, это новый тренд в этом году, мы отметили заскриптованность, скрипты, которые облегчают злоумышленникам атаку, да, сводят к минимуму количество ручных действий, и это используется везде, не только в Notepad, вот в атаках-шифровальщиках, о которых мы говорили, это и в банковских троянах, и в коин-майнерах. Это повсеместный тренд, надо готовиться к тому, что атаки будут заскриптованы. Здесь отдельная тема, могут ли автоматизированные средства противостоять автоматизированным атакам. Об этом, наверное, чуть позже тоже поговорим, насколько эффективно или неэффективно данные такие вот разработки. Еще одно. В России, на самом деле, в 2017 году принят закон о защите критической инфраструктуры. И я считаю, что в этом месте мы очень оперативно сработало государство, сработали регуляторы, практически предвосхитив вот начавшуюся, наверное, в прошлом, может быть, даже где-то в позапрошлом году вот эту волну атак на энергетические объекты и объекты критической инфраструктуры. Активно развиваются эти технологии, да, и энергетику мы назвали полигоном для испытания кибероружия. Это не значит, что под угрозой только энергетика, любые объекты под угрозой. Но вот развитие ведет таким образом, что сначала были попытки проникновения в сеть и шпионажа, в сети наблюдения о том, как это работает, что работает в сетях. Затем появились средства поиска уязвимости, установки троянов и распространения. В 2015 году злоумышленники вызвали перезагрузку сетей в энергетических компаниях, да, то есть начали активно воздействовать на объекты инфраструктуры. И в 2016 году Индостроер тестировался вот на Украине. Это вирус, который начал работать с промышленными протоколами, с контроллерами производственными, с протоколами уже не TCP-IP-шными, а промышленными. Это достаточно большой риск, и встает вопрос о необходимости не просто обеспечения надежных рубежей защиты в критической инфраструктуре, но мониторинга ситуации при защите инфраструктуры. Ситуация, вообще говоря, повторяется. В банке много говорят о том, что нужно защищаться, постоянно наращиваются системы защиты, появляются все новые и новые средства, рубежи обороны, атаки все время продолжаются. Вот нужно учесть этот опыт и при защите, разработке схем защиты промышленных, критически важных объектов, активно внедрять средства, которые будут видеть атаку на ранней стадии.
А сейчас такие средства уже и появились, и о них уже можно и говорить. Так, вот, да, то, что не вошло в диаграммку стартовую, кибериндустрия, появление криптоиндустрии, извините, появление технологий блокчейна, появление криптовалют вызвало огромнейший просто интерес злоумышленников к этой теме. Как правило, это все не очень защищено, ICO-проекты стартуют, они призваны для того, чтобы получить деньги в криптовалюте, но на развитие каких-то технологий, продуктов. Но, как правило, компании, выходящие на ICO, они очень мало задумываются о безопасности. И этим пользуются киберпреступники. Вот посмотрите, на временной шкале известные инциденты с атаками на криптоиндустрию. Мы видим, что весь арсенал средств, разработанных злоумышленниками, используется в таких атаках. Это и фишинг, когда перехватывают, когда рассылают письма с поддельными ссылками. Это и перехват доменов, это использование классических троянов. В общем, огромный ущерб несет за собой такие действия киберпреступников. А поскольку мы понимаем, что блокчейн-технологии будут развиваться, да, хайп вокруг криптовалют это одно, а сами технологии блокчейна это совсем другое, да, они не могут быть ни хорошими, ни плохими, это технологии, они будут развиваться и использоваться, ну, то вот те способы, которые разрабатывают сейчас злоумышленники по атаке на блокчейн-технологии, они, конечно же, должны изучаться, в том числе там, киберразведчиками и вообще любыми защитниками, и все проекты дальше должны строиться, ну, с учетом возможных атак на криптоиндустрию. Еще один момент, о котором достаточно много говорят, но и особенно активно это появилось в 17-м, наверное, году, конец 16-17-го, это мошенничество, связанное с фишингом. Фишинговых сайтов появляется очень много. Это очень легкий способ заработать, обмануть пользователя. Представляете, там практически каждый десятый посетитель, даже там, больше, каждый 8-10 посетитель фишингового сайта вводит их, ведется и вводит свои данные. И это является проблемой. Вот здесь приведены основные адреса для сбора логинов и паролей, куда собираются собранные пароли, куда их отправляют злоумышленники. Наши аналитики разработали схему извлечения фишинг-китов, так называемых, из кода фишинговых сайтов, и могут увидеть e-mail, на который отправляются похищенные данные, которые введены на фишинговом сайте. И вот как только появляется возможность извлечь такой фишинг-кит, увидеть, кто откуда собирает и куда отправляются эти данные, данный e-mail адрес можно заблокировать. Мы как CERT, Computer Emergency Response Team, круглосуточная служба, обеспечивающая безопасность в российском сегменте интернета, имеем возможность заблокировать такие ссылки или через взаимодействие с зарубежными коллегами, с такими же сертами, обратиться к ним с просьбой заблокировать конкретный e-mail адрес, если он размещен за территорией России. Что получается? Злоумышленник единовременно теряет, во-первых, все собранные данные, не может их использовать. Во-вторых, он теряет доступ к данным, собранным не только с фишингового сайта, из которого извлечен фишинг-кит, но и данные, собранные из остальных сайтов, которые он расставил, вот эти сайты-ловушки в интернете, с которых собирает данные доверчивых пользователей. Мы видим, что основной целью злоумышленников
являются финансовые сервисы, почтовые сервисы и облачные хранения данных. Ну, гораздо меньший поток в телеком, атак на телеком-провайдеры, соцсети там, и другие ресурсы. Ну, вот фишинг, да, это, наверное, тот еще один тренд, который важно учитывать, важно понимать, что он будет развиваться и что на самом деле делать здесь. Да, есть специалисты, есть технологии, которые обеспечивают выявление и закрытие фишинговых сайтов, но здесь очень важна деятельность по повышению компьютерной грамотности пользователей, по, даже я бы сказал, по внедрению, настоятельному внедрению соблюдения правил компьютерной гигиены. Да, об этом тоже не будем говорить. Это отдельные проекты, связанные с имитацией фишинговых атак и просто обучением, с рассказом. Ведь это очень важно, рассказать простому пользователю, как происходит атака, почему она опасна и как от нее, в общем, защищаться, какие основные действия принять, чтобы атака не была успешной. Коллеги, ну вот, наверное, основные тренды я осветил, о которых хотел сказать. Еще раз замечу, что гораздо больше информации в нашем ежегодном отчете есть, и все интересующиеся могут прочитать подробнее и в деталях, и большее количество трендов, о которых мы говорили. Кстати говоря, я не знаю, почему, или пролистался слайдик. Я хотел еще поговорить о мобильных угрозах для пользователей. Возможно, слайд просто перелистнулся. Здесь я скажу тогда на словах. Да, это один из самых быстро растущих сегментов. Давайте я попробую пролистать назад. Пролистнулся слайдик. Вот что хотел сказать. Android-трояны за прошлый период выросли на 400%, то есть в 4 раза. В этом году 136% рост. Рост замедлился, но тем не менее он идет активно. Что происходит? Если в прошлом году мы говорили о том, что 16 из 19 троянов для персональных компьютеров, написанных русскоязычными хакерами, да, и активно используются в атаках по всему миру, не значит, что русскоязычные люди атакуют. Да. Это значит, что люди создают код, затем его перепродают, и уже другие люди используют этот код в подготовке атак. При проникновении, при проведении хищений, при создании ботнет-сетей и так далее. Так вот, в этом году практически ни одного нового трояна для ПК не появилось. Если появляется что-то, то только сразу на запад ориентированные трояны. Зато очень много появилось новых продуктов, новых разработок в части атак на Android-пользователей. И здесь мы видим, что все возможные схемы хищений могут использоваться. И через СМС-банк, перевод с карты на карту, интернет-банк, мобильный банк, любые технологии, где есть возможность обмануть пользователя, посадить перед доносом, украсть его деньги, используются. И мы видим, что количество таких групп растет. Плюс активно используются наработки из мира атак на обычные компьютеры, в части автоматизации. Веб-фейки, автозаливы. Сейчас для проведения хищений злоумышленникам не нужно управлять каждым конкретным устройством. Автоматические средства атаки инициируют платеж, перехватывают смс-ки, подтверждающие там двухфакторную аутентификацию, организующие, прячут окна, показывают свои поддельные окна и делают хищение незаметно от пользователей в автоматическом режиме. Вот, наверное, да, то, что я хотел сказать по пропущенному слайду. Я не мог на нем не остановиться, потому что это тоже очень важный тренд. И технологии защиты пользователей, они тоже должны развиваться. Вот. Почему я поставил слайд об истории компании? Наверняка вы все слышали о компании Group IB, о нашей деятельности, связанной с
компьютерной криминалистиком, с киберразведкой. Я хотел обратить внимание на два факта. На три факта. Вот в 2014 году мы создали свою линейку продуктов, направленную на раннее обнаружение атак в сети, в корпоративных сетях, атак на пользователей интернет-ресурсов. Все это построено на системе Threat Intelligence. Это система киберразведки, если говорить по-русски. Это информация, собранная, накопленная о преступных группах, которую мы копили с момента практически основания компании. Более 100 тысяч профайлов на персонале, на преступные группы. Мы участвуем и отслеживаем материалы форумов, как в закрытой части, так и в открытой части интернета. Вот. Но есть вот два момента, которые очень важны для раннего выявления и понимания, что происходит с атаками, раннего их выявления. Первое, мы создали лабораторию компьютерной криминалистики, она до сих пор является крупнейшей в Восточной Европе. Закуплены криминалистические комплексы, которые позволяют снимать информацию с самых разных устройств, в том числе мобильных, комплексы, которые позволяют анализировать информацию, восстанавливать утерянную информацию, в том числе с физически поврежденных носителей. Очень богатое оснащение лаборатории. И я приглашаю вас через коллег из Диалог науки на такую экскурсию. Если будет возможность, если будет желание, я обращаюсь сейчас к нашим партнерам Диалог науки. Приезжайте, привозите ваших заказчиков, небольшую группу заказчиков проведем по компании, покажем, как это все работает. Наверное, будет интересно. Мы стараемся быть открытыми и показывать, что это все не какая-то магия, это не какие-то там тайны пас руками. Это все делают люди, это делают эксперты, это делают молодые ребята. У нас средний возраст компании 27 лет. Коллеги, и второй момент, я извиняюсь, что тут вот на слайде чуть-чуть подзастрял, но я очень быстро скажу. В 2011 году создан СЕРТ, круглосуточный центр реагирования на инциденты ИБ. Мы аккредитованы, являемся компетентной организацией Координационного центра российского сегмента интернета РУНЕТ. И имеем возможность представлять к снятию с делегирования сайты, которые распространяют вредоносное ПО, фишинговые сайты и сайты, являющиеся контроллерами доменов. СЕРТ – это международное сообщество, куда входят такие же организации в других странах. И в случае, если к нам обращаются с просьбой о том, что из российского сегмента идет атака, мы принимаем меры. И, соответственно, если мы видим, что на российский сегмент идет атака из другой страны, мы обращаемся в такой же СЕРТ. Вот активный обмен информацией между СЕРТами позволяет эффективно противодействовать и бороться с киберпреступностью в тот момент, когда на уровне межгосударственном, на уровне больших стран все это долго обсуждается, с политическими моментами связано и так далее. Так вот, основываясь на нашем опыте, а именно на технологических аспектах, да, это и распределенная сеть ловушек, трекеры сетевых атак, наши же собственные данные сенсоров ТДС туда добавились, об этом расскажу. Плюс люди, криминалистика, экспертная работа. Нас часто приглашают в качестве экспертов в судебные дела и в расследования, связанные с высокими технологиями. И обмен информацией между разными сертами, так сказать, в рамках частно-государственного партнерства. Позволили создать нам вот такую линейку продуктов, которая позволяет ее, собственно, на рынок сделать доступной всем заказчикам. Продукты, которые позволяют увидеть атаки, те, которые не видны стандартным средством защиты. Что это такое? Это комплекс продуктов, включающий стратегические, тактические, оперативные средства защиты. Основой является вот здесь, на вот этой дороге, можно ее назвать железной дорогой. Я разговаривал с дизайнером, который это делал, он имел в виду железную дорогу.
вот в самом начале пути злоумышленников, став на противоправные рельсы, пытается применить новые техники атаки, новые разработанные им инструменты, и в этот момент начинает работать система киберразведки Threat Intelligence, позволяя дать основную информацию о готовящихся атаках, о типах атак, об отраслях, которые в настоящее время наиболее активно атакуются и так далее. А если говорить о защите на этапе проникновения, то здесь работает наш комплекс TDS, Threat Detection Service. Это система выявления целевых атак в трафике организации. Я сегодня об этом, ну, буквально через слайд подробнее расскажу. И система Secure Bank, защита пользователей банков, прежде всего. Мне коллеги из Диалог Наука сказали, что сегодня в основном на вебинаре присутствуют представители финансовых учреждений. Я вот о Secure Bank расскажу, но дальше это будет примерно, ну, собственно, те же самые технологии. Так, Анатолий, я увидел вопрос. Хотелось бы встретиться, поговорить о возможном сотрудничестве. Давайте так, краткий перерыв сделаем. Ответим на вопросы. Вам, наверное, тоже уже тяжело слушать. Можно позадавать вопросы, так сказать, переключимся. И я вот с чтения, с работы говорящей головой, отвечаю на вопросы, это гораздо живее. Хотелось поговорить о возможном сотрудничестве, Анатолий. Договаривайтесь в Диалог Науки, приезжайте, готовы встретиться, рассказать им и пригласить вас в гости к нам встретиться на любой территории с удовольствием. Странно, что на железной дороге столько защитных средств, а в конце все же состоявшийся критический инцидент. Наталья, спасибо за комментарий. Вы обратите внимание, что все защитные средства, которые мы здесь указываем, они работают до того, как случится критический инцидент. А в то же время, если мы знаем, ну, если мы посмотрим на, ну, на антивирус, например, да, вот самая простая аналогия. Антивирус срабатывает в тот момент, когда атака происходит, вот он говорит: ой-ой-ой, у меня атака, я что-то остановил, что-то не смог вылечить, что-то отправил в карантин, а что-то удалил. Да? Он работает в момент атаки. Если он не срабатывает, то вот здесь до потерь и критических, ну, убытков совсем рукой подать. Основной посыл этого слайда, коллеги, время бесценно. Чем раньше мы узнаем о готовящейся атаке, либо в целом, да, что теперь новые системы процессинга подвергаются хитрой атаке через, не знаю, через там, атомы серебра в контактах, ну, не знаю, фантазируя. Если речь идет о выявлении атаки, то целевой атаки. Важно выявить целевую атаку на этапе, когда злоумышленник только проник в сеть, установил связь с командным центром и пытается закрепиться в сети, увидеть, там, получить информацию, готовит основную атаку. Эти средства работают на опережение. В этом основная суть. И, наверное, о киберразведке я уже говорил несколько слов. Буквально еще пару слов скажу подробнее. Это SaaS-решение, доступ к базе данных, где по, ну, как говорится, по вашему, под вас нарезается кусочек информации, вы видите свои, ну, не свои, а скомпрометированные логины, пароли, если это банк, это компрометированные банковские карты, если телеком-оператор e-mail телефонов. Также видите новые инструменты атак, новые атаки, новые группировки хакеров, атаки на бренд, фишинговые атаки, достаточно распределенная такая система. И вообще говоря, эта система, ну, она не говорит о конкретной атаке на вас, конкретного вируса. Она показывает общую ситуацию на, как бы, с той стороны, со стороны киберпреступников, и позволяет использовать ее не только вот в оперативной работе для аналитиков и инцидент респонс команд, для которых просто повышается разрешающая способность их работы. Они не просто видят какой-то код, какой-то очередной вирус с названием, а понимают, какая преступная группа, как распространяется, что искать, как противодействовать.
Больше того, люди, отвечающие за информационную безопасность, получают возможность эффективно использовать ресурсы своих команд, получают возможность выбирать средства защиты, наиболее актуальные в данный момент. А люди, управляющие компаниями на executive уровне, получают возможность снижать затраты, повышать отдачу от инвестиций. И больше того, новые бизнес-решения, новые бизнес-процессы и какие-то бизнес-шаги предпринимать с учетом потенциальных рисков, связанных с киберпреступностью. Тоже там пример. Организация решила разработать новую модель работы, там, продажи через веб. И в какой-то момент появляется информация, что злоумышленники придумали, как атаковать такого рода системы. Да? Естественно, на этапе разработки системы удобно и нужно вставить в ТЗ для разработчика вопрос, связанный с информационной безопасностью, причем максимально конкретизировав, от чего защищать и как, возможно, атака будет. Это позволяет защищать инвестиции при разработке новых бизнес-проектов. Коллеги, мне самое хочется быстрее перейти к следующему слайду. Это самый мой любимый продукт. Это детектор атак, который как раз выявляет зараженные, выявляет начальный этап заражения сети. Представляете, когда компьютер только заразился, только-только там открыл фишинговую ссылку или перешел, или открыл файл с вредоносом, на зараженного компьютера идет, зараженный компьютер пытается построить коммуникацию с командным центром, найти командный центр в интернете, пытается стучиться в интернет, говорит, эй, командный центр, я тут что-то заразил. В ответ ему приходит инструкция. И вот эту коммуникацию начального этапа атаки мы можем увидеть за счет анализа копии трафика и вовремя сообщить о заражении. Смотрите, не по IP-адресу, не по репутациям каким доменов там или ресурсов, не по доменным именам. Все это выявляется на уровне анализа пакетов и поиска в пакетах характерных последовательностей, особенностей коммуникации. Мы работаем здесь, на нашем рынке. Мы активно участвуем и криминалистической деятельности, в экспертной деятельности. Очень часто к нам приезжают оборудование, которое отдают на экспертизу после задержания преступной группы. Это дает огромную, кстати, базу новых знаний о действиях киберпреступников и возможность писать собственные сигнатуры по атакам, которые мы увидели. Эти атаки еще когда придут на Запад, и западные компании, когда еще включат эти сигнатуры в свое решение? Мы, работая в регионе, делаем это оперативно, быстро, гораздо быстрее, чем другие западные вендоры в данном числе. Естественно, мы понимаем, что если говорить о западных, там, западном ландшафте киберугроз, они там быстрее. Но если говорить о России, атаку, которую мы увидели неделю назад и под которую написали сигнатуру, наверняка эти же злоумышленники попытаются еще и еще раз использовать свое ПО, пока оно не начнет, как говорится, палиться всеми остальными антивирусами. И тут вы зададите резонный вопрос. Сергей, ну вы же про сигнатуры говорите, это известные атаки. Ну пусть они известны только вам пока еще, но это все равно известные атаки. Что делать? Совершенно резонный вопрос. И мы, я говорил, в 2014 году это решение было создано, вот сам эта технология TDS-сенсора. В прошлом году, в октябре, мы вывели на рынок детектор угроз Polygon. Это система контроля файлов в безопасной среде. Продукт из класса песочницы. Что происходит? До того, как файл попадает на компьютер, он извлекается из трафика или из почтового вложения и запускается на виртуальной машине. Виртуальная машина всеми силами хочет показать злоумышленнику, что это нормальный компьютер пользователя. Злоумышленник, наученный горьким опытом, все время пытается, как говорится, уточнить, а правда ли машина настоящая, а не виртуальная. А покажи мне историю последних открытий файла. А покажи, что у меня там по сети есть. Покажи, что он в десктопе лежит. Вот эта борьба идет.
Но смысл в том, что после того, как и да, наш полигон, наше решение достаточно эффективно умеет прятаться и маскироваться от таких вот попыток выявления виртуальной среды, после того, как файл запущен, анализируются все мельчайшие события, связанные с открытием файла. К диску обратился, там, к оперативной памяти, к видеосистеме, еще куда-то постучался куда-то в интернет. Вот все эти мельчайшие признаки собираются, и при помощи машинного обучения, без всякого сигнатурного метода, выносится вердикт о потенциальной хорошести или там, плохости файла. Файл, оценка выдается вероятностная, 87% вероятность того, что файл вредоносный. Это достаточно высокая вероятность. Ну, собственно говоря, да, это позволяет. Да, сейчас мы сделали, кроме того, блокирующий режим. Если речь идет о почте, то мы можем остановить доставку вложения вредоносного, встраивая вот наш сенсор, да, являющийся такой основой, основным коммуникатором в систему доставки почты, как МТА-устройство. Это позволяет блокировать доставку вредоносных файлов. Если говорить о трафике, ну, особенно при разборе SSL-трафика, да, это то есть один момент, есть такой, злоумышленники все больше используют шифрование, SSL, HTTPS. Если в организации поднят, ну, практически любой коммерческий прокси умеет разворачивать SSL и отдавать по ICAP, по одному из протоколов файла, есть возможность блокировать и вложение в трафик. То есть возможности блокирования атаки возрастают. В том числе появляется возможность, смотрите, блокировать атаки на двух уровнях. Первое – это выявлять коммуникации, когда только еще произошло заражение, и атака развивается. И второй момент, когда атака уже, возможно, где-то неизвестный командный центр, еще что-то, атака уже подходит к финальной стадии, и злоумышленник загружает полезную нагрузку, ту самую бомбу, которая будет взрываться, или шифровальщик, или программу, которая будет подменять реквизиты платежа в банковской системе, или другую программу. Так, вот тут вопросы вижу. Есть ли, Алекс, есть ли признаки использования искусственного интеллекта при планировании атаки злоумышленниками? Ну, наверное, я говорил о том, что активно применяется автоматизация. Искусственный интеллект, наверное, пока не встречали. Хотя, совершенно вот правильный вопрос, потому что ведь искусственный интеллект, он не живет сам по себе, это же тоже программы, это алгоритмы, просто построены немного по другим, как говорится, критериям и параметрам. Так что думаю, что не за горами, когда искусственный интеллект будет использоваться злоумышленником. И здесь вот это очень важный вопрос. И спасибо, Алекс, вы мне напомнили еще одну вещь, которую я не сказал на прошлом слайде. Как бороться с искусственным интеллектом? Искусственный интеллект против интеллекта? А если злоумышленник работает руками и придумывает свою коварную схему, как говорится, ни один искусственный интеллект не придумает так, как может выдумать человек. Обязательно нужны люди, которые противодействуют людям на той стороне. Да, искусственный интеллект им в помощь, но против человека может бороться и только человек. И здесь у нас организован как раз вот на базе нашего СЕРТа СОК или Центр оперативного мониторинга, когда те события, которые фиксируются в трафике, потенциально вредоносные, обнаружена работа средств удаленного управления, обнаружена коммуникация с доменом злоумышленников, командным центром, обнаружено вложение в почте. Наш Security Operation Center уведомляет, мониторит эти события и уведомляет пользователя только в том случае, если это событие действительно важно и критично. Но нет смысла, наверное, полезно узнать, что была попытка эксплуатации уязвимости, направленной на Windows-систему, но работала она на Linux-компьютере, например. Да? Это же не может являться инцидентом. А на стороне пользователя это требует разбора. Поэтому мы предлагаем вот такой круглосуточный сервис, аутсорсинг, по сути дела, мониторинга, когда
заказчику нет необходимости держать внутреннюю службу, которая будет, извините за выражение, пялиться в мониторы круглосуточно и пытаться понять, что происходит. Да, это достаточно квалифицированные люди должны быть, с одной стороны, с другой стороны, заняты монотонной работой. Мы эту работу берем на себя, и заказчику необходимо просто эффективно организовать службу реагирования, да, на такое оповещение, инцидент респонс команды. Так что вот, если говорить об искусственном интеллекте и нашем ответе, мы считаем, что должны все равно быть люди для того, чтобы эффективно предоставлять атаку. Behavior-based техника у вас используется, если да, то какие? Ну вот о полигоне я уже рассказал, да, это в чистом виде поведенческая модель. Еще мы используем поведенческую модель, Наталья, при разборе трафика мы выявляем аномалии в трафике и выявляем так называемые DGA техники, Domain Generation Algorithm. Современные злоумышленники хитры и коварны, они обращаются не к конкретному командному центру, а их зловред генерит некую последовательность, нечитаемую, состоящую из букв цифр, доменных имен. Эти доменные имена не резолвятся, но в какой-то момент злоумышленник, зная алгоритм, на одном из них может поднять командный центр, происходит обмен информацией, и в следующий раз коммуникация идет с другим ресурсом, совершенно другим, и тоже может быть разовая коммуникация. Сделано это для того, чтобы не палиться, да, для того, чтобы затруднить обнаружение злоумышленника. Так, какие базы ИОК вы считаете лучшими для России? Вы знаете, я считаю базы ИОК вообще понятием короткоживущим и, ну, не скажу бесполезным, да, какую-то пользу они несут, но на самом деле, вот смотрите, идет атака, новая атака, придумали, эффективно работает, в какой-то момент инцидент случился, разобрались при аналитике, разреверсили код, написали индикаторы компрометации, все, это ПО палится, злоумышленник его продает, не знаю, младшим друзьям, не знаю, там, школьникам, начинающим хакерам, а сам придумывает новое. Основные атаки построены на совершенно новом ПО, поэтому индикаторы компрометации, в общем, не работают так, как хотелось бы. Иногда мы, кстати говоря, видим не просто там по индикаторам компрометации, а есть у нас там сигнатуры, как используют технологию синхола, когда командный центр злоумышленников удалось перехватить коммуникацию с ним, мы видим то зловредное программное обеспечение, которое еще гуляет где-то на просторах интернета, заражает компьютер, и они пытаются стучаться к устаревшему, уже умершему командному центру. И это говорит о том, что вот ПО все еще продолжает жить, кто-то его продолжает использовать, командный центр уже не работает. Поэтому вот с индикаторами компрометации готов обсудить ситуацию как бы отдельно. Отдельная большая тема, очень правильная, очень интересная. Наталья, вот с удовольствием продолжим разговор за рамками вебинара. Так, выявлять только зловредность поведением пользователя. Да, у нас сейчас с поведением, у нас нет агента, который работает на рабочей станции, но мы активно работаем, и у нас появится решение, которое будет в том числе работать с пользовательским поведением. Вот не хочу этой аббревиатуры, как говорится, использовать, не очень прилично. По поведению пользователей логично мы переходим к следующему слайду. От полигона. 10 секунд. Коллеги, за 4 года ни одного инцидента у наших коллег не случилось. У наших заказчиков, пардон. И мы в прошлом году стартовали программу страхования совместно с AIG, с международной компанией. Все заказчики, приобретающие решение ТДС, получают страховой полис. Он покрывает косвенные убытки, связанные с инцидентом.
обращу внимание, комплексный, непрямой ущерб. Это расходы, связанные на восстановление данных, на восстановление работоспособности инфраструктуры, на проведение криминалистики расследования, на уведомление третьих лиц о компрометации данных и так далее. Покрытие от 10 до 30 миллионов рублей в зависимости от модели ТДС. И это совершенно бесплатно для пользователей. Для банков, для финансовых структур, которые привыкли работать в условиях страхования рисков, вообще в рисковых моделях, это хорошая возможность для усиления, как говорится, атаки. Так. Дальше. Вот про SecureBank. Вот как раз по поведению пользователей. Коротенько. О, у нас уже, да, практически мы вышли. 2-3 минуты мне нужно, чтобы закончить. Коллеги, не буду вас мучить. Потом поотвечаем на вопросы. SecureBank. Что это такое? Это технология, которая позволяет увидеть зараженного пользователя, который пытается подключиться к системе, например, перевода к банковской системе, к банковскому порталу, с ним перевода с карты на карту. JavaScript, который специальный JavaScript, встроенный в код сайта, в код портала, который грузится вместе с основным содержимым на компьютер пользователя и контролирует вот этот вот JavaScript, что происходит на компьютере у пользователя. Не произошла ли инъекция вредоносного кода, не подменили ли код, не подменили ли логику, да, и программу, код, который обеспечивает отправку платежа. Нет ли удаленного управления на этом компьютере, особенности работы мышки, клавиатуры, сам слепок, цифровой отпечаток устройства. Да? Все, вот, все эти технологии используются для того, чтобы понять, а не заражен ли компьютер. Пользователь даже может не знать, что он схватил трояна и что сейчас его деньги улетят куда-то в другую сторону. А система, вот этот JavaScript, решение SecureBank, уведомляет, обнаруживает это и уведомляет специалистов антифрода на стороне банка о том, что потенциально возможен инцидент. Что происходит? Смотрите, обычно антифрод в банке работает в тот момент, когда клиент нажал кнопочку «Перевести деньги». В этот момент антифрод служба, если там загораются соответствующие лампочки, уведомления, пытается понять, звонить, не звонить, что делать, останавливать платеж, не останавливать, очень короткий промежуток времени на обработку вот такой антифрод-сработки. А SecureBank помогает, опять дарит время. У нас контроль сессии начинается не в момент, когда нажата кнопочка «Перевести деньги», а в тот момент, когда пользователь еще пришел на портал, он в одно окно зашел, куда-то перешел, что-то вводит, какие-то данные, да, он работает по скриптам, по сценариям портала, и в этот момент служба антифрода уже получает информацию о том, о потенциальном заражении пользователя. Это решение рабочее. Сейчас оно защищает около 50 миллионов пользователей Сбербанка, частных лиц, и, наверное, 10-15 миллионов юридических лиц в Сбербанке. Это решение используется и для порталов, кстати говоря, для авиакомпаний, для торговых систем, которые торгуют, не знаю, баллами, бонусами, все, что вот можно накапливать. Защита личных кабинетов, это тоже работает. В том числе там попытки выявления фишинга здесь же работают. Вот эти технологии, похожие, наверное, технологии мы будем внедрять на пользовательском уровне, если говорить о защите пользователей, агентские такие, ну, для защиты конечных станций. Да, про агентов. Обратите внимание, это безагентское решение. Пользователь может даже и не знать, что у него работает такой JavaScript. Не требуется от пользователя никаких действий по установке, оплатам, еще чего-то. Это решение работает на стороне портала, на стороне банка или торговой системы. Коллеги, ну вот, в принципе, я рассказал, наверное, да, дал обзор киберпреступности, показал, как они действуют, куда движутся, показал, что, ну, наверное, не является для вас секретом, вы много раз об этом читали, что традиционные, стандартные средства защиты не всегда эффективно могут противостоять таким атакам. И показал технологии, которые мы используем для того, чтобы выявлять атаки на ранней стадии.
Знаете, я теперь отвечу на вопросы на ваши, и в случае там вашей заинтересованности с удовольствием вместе с Диалог наук и продолжим коммуникации. Дмитрий, как обстоят дела с интеграцией SecureBank, другие решения онлайн-банкинга, кроме сбербанковского, например, фактура? Я давно задавал вам этот вопрос. А, вот на предыдущем слайде, где вот, да, вот перечислены готовые интеграции с инфраструктурами у банков, которые есть. Дмитрий, если есть вопрос по фактуре, с удовольствием я подключу коллег из направления SecureBank Secure Portal для предметного обсуждения этого вопроса. Да, есть там какие-то особенности. Я, не будучи вот глубоким специалистом в программировании, в работе интернет-технологий, наверное, не возьму сейчас комментировать конкретную ситуацию, но с удовольствием подключу специалистов для того, чтобы прокомментировать. Есть особенность, BSS это решение работает только для браузерных систем, то есть для систем онлайн-банкинга и для физических лиц. Ну да, совершенно верно. Для браузерных систем имеется в виду, что в приложениях для Android, для мобильных устройств это пока не работает. Но мы тоже работаем в этом направлении, Дмитрий. Я не готов сейчас озвучить сроки и там, позиции из роудмэпа, но да, мы понимаем, что все активнее злоумышленники идут в Android, да, и мы разрабатываем решения, которые помогут защищать и Android ресурсы. Так, не готов сказать, когда это будет и в каком виде. Угу. А, и для толстых клиентов банков. Дмитрий, да, с Павлом Крыловым с удовольствием, он сейчас в отпуске, к сожалению, не могу его даже попросить присоединиться, сконнектим вас, да, и можете продолжить разговор и, в конце концов, соорудить какое-то, там, не знаю, удобоваримое решение, которое заработает, что это будет взлетно, это будет прикольно. Ну, в любом случае, борьба – это драйв. Если будет новое решение, красиво будет. Каким образом вы планируете реализовать интеграцию системы госсопка при защите объектов критической инфраструктуры? Коллеги, вот, наверное, тут прежде всего речь пойдет о ТДС и полигоне, о детекторах атак в трафике и вредоносов файлов. Мы работаем сейчас по сислогу мы интегрируемся с любой CM-системой, то есть мы можем выгружать события, описан формат выгрузки этих событий. И мы интегрированы с ArcSight, с Curadar, с RUSEM и позитивистским решением. Мы готовы эти события отдавать, и они доступны заказчику. Как заказчик их будет отдавать, в каком виде в госсопку, мы готовы помогать интегрироваться. Тут вопрос скорее на стороне заказчика, а вся информация, которая есть в ТДС по событию, IP-адрес назначения, источник назначения, там, тип вредоносного ПО, преступная группа, которая с этим связана, какие-то кусочки, там, вот, сигнатуры, трафик, на который сработал, это все есть, и это может быть передано в любые источники по описанным протоколам. Коллеги, еще вопросы есть? Удобная система появилась в чатах, когда он показывает, что вот кто-то печатает вопрос. Сейчас я вижу, что вопросов уже никто не печатает. Поэтому предлагаю завершить наш вебинар. Мы съели все отведенное время даже чуть-чуть больше. Коллеги, благодарю вас за внимание, благодарю за вас за вопросы. Надеюсь, было интересно, познавательно в каком-то мере, а в каком-то и практически применимо. Последнее, что я хотел бы сказать сегодня, вот так, из значимой информации.
коллеги, обращайтесь в Диалог Наука. Те решения, о которых я рассказывал, тестируемы. Достаточно просто, не требуют вовлечения каких-то пилотных команд. Мы, как я говорил, наш СОК помогает мониторить, уведомлять. Инженеры Диалог Науки помогут подключить оборудование, включить, чтобы оно заработало. Все пилоты возможны, доступны и совершенно бесплатно. Ну, в классическом, по крайней мере, исполнении. Огромное спасибо вам за внимание. До новых встреч. Спасибо.